пойдем на рынок. Купим на свай? Да. Погода хорошая. Вообще, пасмурно. Скидку сделаем, нахуй, охуенно. Пиште. Вообще ништяк. Бля, да я хуй знаю, тут должен где-то встретиться, я ебал. Чё надо, пацаны? Да мы это, на сваем пришли. Да, чтобы взять и просто так вкинуться. Не будь ласково? Очень. А, тайский щебень. Нихуя, вот это закумарило, бля. Вообще классно, да? Может еще акумарнем? О, ништя. Ебать! Воу-воу-воу! Ты откуда тут взялся, а? Нихуя. Ящеры. Ящеры. Есть на свой, пацаны, вкинуться, вкинуться. Братан! Нифига вынесло! Бля, чувак, походу он сдох! Надо его прятать! О, бля, чувак, надо реально его прятать, пиздец, нахуй! Блядь! Ныкать, ныкать надо его, ныкать! Ну? Все, короче, пойдем его отнесем. Пошли, да нахуй за парашу можно в лес. Коль нахуй лес, там вот тут другой за парашей не найду. Бля, точно. Фристайл. Бля, братан. Я его заныкал. Короче, бля, давай словимся через часика два. Я его заныкаю, и мы потом покурим спать. Я назаром мал. Да, пока. Накрыть чем-то. Ну все, дело сделано. Понеслась пизда по кочкам. О, надо братану позвонить. А то что-то это... Бля, время нахуй мало уже. Ля! Ну короче, это самое, я его спрятал. Куда? Убил, куда? Закопал и это. Яйца почесал и поссал. Нахуй ты ему чесал? Ну вот, потом. Пошел нахуй! Нахуй! Ты куда его заныкал? Я его заныкал в погреб, потому что Дикубаевич. Собак.
Пойдем! А где спайс-то найдем? Да, чикрыша должно было быть. Так он в ребе. Через письмо. Заебись так. О, бассейн!